Добрый день, мои хорошие. Доброе времени суток. Сколько времени? 11:53, да? 14.06. 11:53 уже. 12 часов дня уже будет. Но у вас я не знаю, сколько времени. У нас вот так. Да, наверное, везде одинаково. Фактически. Кроме за границы. Телек смотрю. Не знаю, собираться, не собираться на море, не знаю. Не знаю. Честно, не знаю. Доброго времени суток еще раз, ребятушки. Давайте, наверное, с вами чай попьем. Да? Чаечек. Попьем с вами с лимончиком туда-сюда, с коньячком. Кстати, в чай добавлять коньяк очень вкусно. В кофе, чай. Вот, кстати, коньячок есть. Вот такой. Вкусный. Ну, много не покупала. Две уже выпила. 100 грамм здесь. Объем 0,1. 100 грамм здесь. Прикольно. Такая бутылочка. Прикольно. Пивасик вон еще. Сколько пива. Еще развесного пива сколько. Вон. Что еще живем. Коньячок классный, да? Классный коньяк. Вы на канале «Жизнь в бетонных стенах». Что-то вам про море, что ли, не нравится, когда я снимаю? Что-то вы привыкли только про еду да про еду. Вот свинину буду жарить сегодня. Свинину буду жарить кусочками на сковородку. С лучком, скорее всего. С лучком. И варить картошку. Варить картошку буду. Она зеленеет или что с ней? Мои хорошие. Ну а кошара? Кошара, как всегда. Трах-трах-трах-бедрох. Трах-трах-трах-бедрох. Трах-трах-трах-бедох. Трах-трах-трах-бедох. Вон море. Камеру возьмет, не возьмет. Сейчас. Камера. Камера. Фик-фик-фик-фик. Ладно, кошара, занимайся трах-трах-бедрохом. Да резко телефон подняла и все. И в окошко она не фиксируется. Ну вот, зафиксировалась наконец-то. Вон море. Море. Магнит, стройка. Море, солнце. Все так классно. Да иду, иду я, чайник. Чайник. На улице тепло. Хорошо. Мои хорошие. Классно. Ой, как у вас делишки? Как у вас настроение? Как у вас? Все хорошо, мои хорошие? Все хорошо, мои хорошие? Надеюсь, чай кипит. Чай бурлит. Как у вас дела, мои хорошие? Посудку помыть. Это чистое, подоставать. Чистую подоставать, грязную положить. Ну, круговорот, короче, жизни, мои хорошие. Цветочки, которые остались. Которые остались. Вот. Ну, тоже хорошо. Пускай доживают. Не выбрасывать же. Раз они остались, пускай остались. Согласны со мной? Так, чаек. С вами попьем, раз вы любите про еду.
Темнота, друг молодежи, в темноте не видно рожи. Морды. Вчера коньяк выпила 200 грамм с лимоном, рыбу, минтай кушала жареную. Вот, жарила, видите? На работу жарила рыбу. Бабаёшка вон стоит. Вот, бабаёшка стоит. Копилочка. Копилочка. Это я покупала, когда будет в Анапе прохладно, на море гулять, чай с собой брать. Кофе, чай. Вот. Термос. Вчера, смотрите, купила себе такие гели. Это от ожогов купила. Где у меня на руках сильно. Надо будет, кстати, помазаться. Очень классный, кстати. 100 с чем-то стоит. Или 200. Быстрая помощь солнечных ожогов Пантенол. Жгет, правда, когда мажешь. Вот это купила. И купила, знаете, такие гели. Шоколадку купила, гель для душа. А похоже, как будто съесть охота, да? Клубнику вот такую купила. Шоколадный гель, шейк купила. И банан купила. Смотрите, какие красивые цвета. Смотрите, так они реально пахнут. Я уже их открывала, нюхала. Прям съесть охота. Прям съесть охота. Смотрите, какая красота. Мои хорошие. Гель. Вообще класс. С витамином Е. Интенсивно увлажняет. Да, это правда. Я вчера уже мазала. Он реально увлажняет. Прикольно, да? Как будто... Это гель для душа. Это не кушать. Это не кушать. А как будто хочется, да? Как будто... Как будто сейчас вот реально откроешь и съешь. Да. Для детей это опасненько, конечно. Оно и пахнет, едою пахнет, кстати, едою. Бананчиком пахнет вот это. Гель для душа, видите? Для душа. Вот. Для душа, для душа. Клубника, банан, шоколад. Буду мыться, буду пахнуть. Буду пахнуть чаек. Буду пахнуть, я, мои хорошие. Розочки. Ну и рыбу я минтай покупала, мясо купила. Он будет сейчас картошку вечером. Костя придет ужин ставить. Надо посуду помыть. Видите, вчера жарила рыбу. И все в это разненько. И на работу жарила, и сама поела, и Костю покормила. В общем, так. Чаек. Приятного аппетита мне и вам, мои хорошие. Чаек. Пустой чайник уже. Пустой чайник. У меня есть заварной. У меня есть, короче, заварной чай. Брызги шампанского. Граф Орлов. Чай есть. Граф Орлов. Вообще. Не фокусируется, да? Камера, блин. Срезалась вокруг чего? Вот море. Пьесы Гоголя. Ревизор. С того, что Бобчинский и Дубчинский пошли в гостиницу вместе, потому что туда привезли. Видели море? Свежие съемки. Это было событие. Как мне встать, показать? Достаточно для того, чтобы... Ну, вы видели, да? Море. Вот. Я немножко подсолю. Красота какая. Это водный пистолет. Кота стрелять. Руки вверх! Руки вверх! Руки вверх! Руки вверх! Бандиты! Бандиты! Руки вверх! Ну, в общем, вот такая игрушка. 200 с чем-то рублей стоила эта игрушка. Дешево. 217 рублей. Гели такие классные. Прям охота скушать, мои хорошие. Прям хочется съесть. Прям это... С
скушать охота. Сегодня буду варить картошку мелкую, вот эту молодую. И буду я сегодня... Что я буду сегодня делать? Мясо на сковородке жарить, мои хорошие. Мясо буду жарить на сковородке, свининку. Свининку буду жарить. Ой. Лопатку возьмем. Так удобно. Блин, как мне ее? Подогрели. У меня микроловки нету, поэтому подогрели пирожек. Пирог с мясом, с луком. С мясом, с луком. Вкусно. Чай мы с вами налили. Сейчас еще надо посахарить. Будет пирог. Горяченький. А это прям хочется съесть. Гели для душа. Вкусно сейчас мне будет, мои хорошие. И по телевизору еду показывают. И по телевизору, и у меня. Еще и такой вид на море. Красота, да? Красота. Да? Так. Кушать. Чай. Я ложку не взяла. Сахар. Чуть-чуть надо посладшить. Красивые гели. Каша. Трах-трах-трах, Петрох. А где ложка? Куда я положила, мои хорошие? Как у вас дела, мои хорошие? Приятного вам аппетита, если будете кушать. Вместе со мной или без меня? Или без меня? Вон, еда. Красиво? Еда. Смотрите, красиво, да, у него? Тесто делает. Прикольно. Прикольно. Присаживаемся, моя дорогая Оленька, госпожа. Спасибо, господин. Спасибо. Вам салфетка. Спасибо. Спасибо. Ложечка вам чистая. Спасибо. Чаек вам заварной. Спасибо, мой господин. Вам чаек, Оленька. Госпожа наша королева. Приятного вам аппетита, госпожа. Угу. Спасибо. Сколько вам ложечек сахарка? Чуть-чуть. Раз. Чуть-чуть. Без горки. Хорошо. С коньяком вам чай или без? Ну, без бальзама, без коньяка я сегодня буду чай. Буду с лимоном. Хорошо, будете с лимоном. Хорошо. Вот вам лимон. Спасибо. Чупа, приятного аппетита тебе тоже. Что-то с полу кушает. Как у вас настроение, мои хорошие? Ой, как вкусно, угадала с сахаром я. Пирог с мясом, повторяю, с фаршем и с луком. Ой, какой горяченький. Салфеточку, госпожа, дайте. Нате. Спасибо. Спасибо. У меня еще есть вот такая салфетка, большой рулон. Угу. Есть вот поменьше рулон. Есть такой рулон толстый. Ах, всем хватит. На целую свадьбу. На целую ораву.
вытираться. И вот такие есть салфетки. У меня все есть на столе. Горяченько. Ум отъешь. Приятного аппетита, мои хорошие. Добавлю яйца, сметану. Чай горячий. Я не люблю чай разбавлять. Горяченький такой. Ум отъешь, мои хорошие. Ум отъешь. Видели? Вкусно как. Видели? Видели? Тупо! На. Дурак какой-то. Моя госпожа, приятного аппетита, мои хорошие. За вас. Коньячка можно добавлять в чай. С коньячком пить можно. Люблю рыбный пирог без косточек. Но я мясное ем. А еще я люблю пирог с капустой. Рыбный люблю. И с фаршем. С картошкой, с грибами. С баранином пирожки люблю. Пироги. С говядиной, со свининой. Ну, с курицей так себе. На любителя. Мясо, картошка. Люблю. Мясо, картошка. Лук, зелень. Знаете, рисовые не люблю я пироги. Пирожки вообще. Ну, могу съесть, но не люблю. Яйцо. Начинка яйца, рис там или без риса, яйца, зеленый лук не очень. Сосиски в тесте люблю, беляши, чебуреки. Вкусно. Приятного аппетита, мои хорошие. Горячо. Горячо. Чай вообще не люблю разбавлять. Я люблю еще чай «Граф Орлов», брызги шампанское, псарский чай.
у которой на разновес малиновый. Знаете, есть чаи развесные. Рыбные пирожки люблю. И пирог рыбный люблю. Осетинский тоже люблю. С мясом. С сыром. А, по-моему, я все люблю. С рисом не очень. Гели для душа классные, прям съесть охота, да? Они как йогурты. Ой, как вкусно.